В московской подземке задержали мужчину, имевшего при себе боевое оружие. Во многом это произошло благодаря стечению обстоятельств. Безработный москвич Ренат Садретдинов спустился в метро, но внезапно почувствовал себя плохо. Сердобольные пассажиры и прибывшие на место происшествия полицейские стали искать в его сумке лекарства, чтобы оказать помощь, но нашли совсем другое. Около 10 часов вечера в вестибюле станции метро улицы 905 года сотрудниками полиции был задержан пассажир, у которого при личном досмотре в сумке был обнаружен предмет, похожий на боевой пистолет марки ПМ. Мужчину привели в себя и стали допрашивать. Оказалось, что Ренат Хасанович был дважды судим – за кражу и мошенничество, а с оружием ходит уже более 4 лет. Примечательно, что за это время его ни разу не задержали. Мужчина, правда, уверил, что планировал использовать пистолет только в целях самозащиты. Никаких иных целей не преследовали? Нет, да у меня видно, что я с оружием не балуюсь. Даже по всей моей криминальной биографии. Я не матрос. Не матрос. 168-я моя. Не матросник, не разбойник. У Рената Садретдинова проблемы с сердцем. По его словам, он перенес 2 инфаркта и 2 операции. Накануне происшествия выпил 100 грамм водки, что, скорее всего, и спровоцировало плохое самочувствие, из-за которого все и открылось. Сейчас отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия».